В Одессе почтили память легендарного футболиста, воспитанника одесского футбола Ильи Цимбаларя. Сделали это уже традиционно и знаково на спортивной базе «Черноморец» в Отраде. На памятный турнир собрались сразу 6 команд ветеранов. Сегодня мы начинаем очередной чемпионат города среди ветеранов 8 на 8 памяти Ильи Цимбаларя. Прошлую субботу мы закончили чемпионат города, который проходил более 2 месяцев, в памяти Сергея Жаркова. Участвовало 7 команд. Конечно, был самый ровный, самый интересный турнир за последние 5-6 лет. Хотел бы поздравить всех ребят с открытием очередного чемпионата памяти Ильи Цимбаларя. И хотел бы еще раз напомнить, мы увековечили Ассоциация ветеранов футбола города Одессы и области. Увековечили 3 турнира памяти Жаркова, Погорелова, Александра и Ильи Цимбаларя. Уже много лет спортсмены не играют в футбол профессионально. Игроки рассказывают, что немного потеряли в технике, а вот спортивный дух и рвение к победе никуда не исчезли. Я думаю, нет, не потеряли. Наоборот, спасибо Федерации футбола Одессы, что поддерживает ветеранов, проводит турниры. И каждый хочет оставаться подольше молодым. Поддерживает здоровый образ жизни и... Тренировками, а соревнования все-таки дают какой-то азарт, как бы стремление к чему-то. Этот турнир уже позади. Глава Ассоциации ветеранов футбола отмечает, что подобные матчи будут только увеличиваться. Ведь в украинском спорте еще много футболистов, которые достойны памяти и посмертной славы.